Для того, чтобы использовать прикуриватель, вам надо, чтобы ключ был в замке зажигания. Вот снимаем ключ. Прикуриватель больше не работает. Ставим ключ обратно, и прикуриватель уже работает. Показывает вольтаж 13 вольт. Мы можем сделать так, чтобы прикуриватель работал без ключа. Снимаем крышку предохранителей. Переместите предохранитель 15 амперов вот этот, направо. Но может быть у вас другая комплектация и надо будет перемещать второй предохранитель направо. Посмотрите какой у вас и переместите направо. Если не получится, переместите второй предохранитель вот это, направо. Конкретно в нашем автомобиле нужно перемещать именно первый синий предохранитель направо. Показывает вольтаж 12,6 вольт. И прикуриватель работает уже без ключа.